получила. Так, мы пришли. Место явления Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупады. Госвами Махарадж, он говорил своим ученикам Шрилы Нараяна Махараджу, Шрилы Вамана Госвами, Шрилы Трикрама Госвами Махараджу, чтобы они что-то рассказали об Бхактисиддханте. И также очень дорогой преданный Джанадан Махарадж, он спрашивал у Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махараджа, что значит самадхи. Это вхождение в антаранга севу, то есть внутреннее служение. То есть внутреннее и снаружи должно быть одинаковое. Что означает самадхи? Сварупа, которая у нас есть. То есть сева, которую они выполняют, самадхи, это служение божественной чите. Это самадхи. Шрила Парам Гурудев, он сказал об этом, и он вкладывал столько настроения в это объяснение.
И Бхактисиддханта Сарасвати Такура — это Наянамани Манджари, которая постоянно служит Божественной Чите. И таково значение самадхи. И Прабхупада пришел в этот мир, и он отсекал ложные сампрадаи, ложные учения. Потому что люди раньше думали, что сахаджане говорят, что в Гаудии они только лишь обсасывают косточку, они не едят манго. Но на самом деле Бхактисиддханта Сарасвати Такур доказал, что это не так, что в учении Гаудия Вайшнава столько расы, столько всевозможных настроений. И также описание пяти дашей. Шравана доша, према сампати доша и так далее. И в соответствии с садханой баджана, садхана сиддхи, потом бхава сиддхи. И человек в итоге осознает свою сварупу. Сварупа сиддхи и затем васту сиддхи. То есть, когда человек, он приходит в проявленную лилу Господа, и затем он становится парикаром. И Шрила Прабхупада написал эти пять стадий. И также он описал пять видов знания Пратакья Гьяна. Это знания, которые мы получаем напрямую с помощью наших чувств. И затем идет знание о райских планетах. Это Парокша Гьяна. А Парокша Гьяна. И затем Брахма Гьяна. То есть это знание тех, кто хочет слиться с безличным Брахманом. И затем следующее — это Вайкунха Гьяна, Адхокшача Гьяна, знание о Вайкунхе. Это Дварака Матхура. Итак, следующее знание — это Пракрита Гьяна. Предыдущее еще Адхокшача Гьяна, а там Шанта раса является господствующей. На Вайкунхе максимум, что может присутствовать, это настроение служения. И там Шанта, на Вайкунхе основная это Шанта раса. Неправильно перевел парень. А в Айодхе Дасья раса также присутствует. И немножко всякие. А Пракрита Гьяна — это пятый вид знания, который писал Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупада, описывает знания Галока Вриндаване. То есть, где Господь являет свою лилу, подобно человеческим. И там три основные расы. Сакья, Ватсалия и Мадхурия. И Мадхурия, она делится на два вида. Камадми и Самбандатмика. Камадми Самбадхатмика. Камадмика, два вида. Камадмика и самбадхатмика. И камадмика бхакти делится также на два вида. Самбок май ичамай и таттат бхава ичамай.
И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур Тататбава Мачамая – это настроение Манчари. И Шрила Прабхупада, Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупада, он так замечательно, он все это описал и классифицировал для того, чтобы нам было понятно, чтобы понятны все эти истины. Какое место в духовном мире, там всегда господствует определенное настроение. И Шрила Рупа Госвами, Шрила Прабхупада, он служил под руководством Рупа Госвами, он служил Раде Говинде. И как преданные должны служить. И поэтому мы пришли сюда к Прабхупаде, к его самадхи, и мы молимся ему, чтобы он пролил на нас свою милость.